этот лагерь, я просто даже не знал, что есть даже христианские лагеря. Этот лагерь мне очень сильно понравился. Даже не знаю, как. Тут просто интересно, постоянно каждый раз что-то новое. Мне очень нравится, что здесь, ну, очень как семья тут одна. Тут можно пообщаться в любой момент. То, что приезжают спикеры и открываются перед нами вожатые, они рассказывают истории про свою жизнь, и это вдохновляет очень сильно. Мне нравится, ну, именно в этом лагере мне понравились наши тренинги, понравилось то, что мы всегда проводим время с отрядом, то, что мы дружны, и то, что здесь все друг друга поддерживают и никогда не забывают про друг друга.